друзья, дружок попал к нам со стройки, где его ребята прооперировали, но, к сожалению, ничем не могли помочь. Точно так же оказались бессильны и мы. Ребенок продолжает грызть лапу, просто отгрызает ее напрочь. Поэтому требуется еще раз осмотр специалиста и операция. Лапка мертвая, и он ее грызет на... Грызет, просто разгрызает. Ай, господи, боже мой. Перевязку делаем, ее хватает перевязки на час. А потом дальше он ее выгрызает, и все. Мой золотой. Сейчас будем перевязку делать. Сейчас, мой красавчик, будем делать перевязку, малыш. Что же у тебя с лапой-то, а? Что же у тебя с лапой? Ой, боже ты мой. Ребята, он лапу разгрызает. Ребят, пес просто удивительный. Я разматываю лапу, а он вот так откинулся, типа я тебе доверяю. Представляете? Лег вот так тихонечко и лежит, пока я разбинтовываю лапу. Да какая же он умница. Реально умничка. Ой, господи. Сейчас, солнышко, будем смотреть, что у нас здесь. Бронолинка. Так, ребята, вот так. Да. Ну что ты, ребенок? Господи, так развязала, ребят. Лапа мертвая, и он ее грызет. Здесь только ампутация. За мою жизнь это третий случай. Дружок. Маленький. Что, ребенок? Будем перевязку делать? Лапа у тебя страшная, конечно, дитё. Ну и что же мне с этим делать, а? И ты так лежишь. Вот так, вот так. Вот так. Всё. Так. Вот так, детка. Вот так. Ребят, сейчас ребенок бинтуем в дорогу, и ребенок едет в стационар. Потому что мы ничего не можем сделать. Ничего. Ребенок продолжает грызть лапу, хотя мы ему даем лекарства все, какие нужны. Сейчас забинтуем, чтобы все было хорошо. Ребята, нам очень нужны большие бинты. А дружок едет на операцию.